поэтических строк начинается создание новой песни. Не зря говорится, нам песня строить и жить помогает. Поэты выражают свое настроение на бумаге, а композитор подхватывает эту творческую волну и создает музыкальное произведение. Нас повсюду окружает музыка. Она обладает невероятной энергетикой и магнетизмом. Как доказали ученые, используя музыку, можно воздействовать на эмоциональное самочувствие человека, а также влиять на его интеллектуальное развитие. Ведь музыка, как книга, делает нас добрее, умнее и лучше. Ведь именно поэтому сегодня мы будем не только слушать музыку, но и показывать свои знания, умения и таланты. И этот год литературы мы с вами откроем музыкальным конкурсом «Битва коров». Петь в хоре может каждый. В хоре все поют уверенно, так как рядом есть поддержка. Это наши товарищи, единомышленники, готовые помочь, если забыл текст или сбился с мелодии. И такое бывает. И сейчас поприветствуем бурными аплодисментами наше уважаемое жюри. Заместитель директора по воспитательной работе Лебедева Елена Викторовна. Вадим Руслан, ученик 11-го коллектива международных конкурсов музыкального искусства, участник Совета старшеклассников. Щукина Мария, ученица 11-го районного конкурса патриотической песни, участник Совета старшеклассников. Заведующая библиотекой Малькова Татьяна Александровна. Еще раз напоминаем всем участникам критерии, по которым жюри будет вас оценивать. Качество, выразительность и эмоциональность выступления. Сценическая культура, творческая находка и имидж класса. Оценивание проходит по 10-бальной шкале. И перед тем, как начать наш конкурс, мы хотим перевести перекличку. 5А-класс здесь? 5Б-класс здесь? 6А? 6Б? 7А? 7Б? 6Б? Сейчас поднимет всем настроение и пожелает удачи дружеский коллектив 8-го Б-класса. Встречайте! Yeah.
музыкальный конкурс «Хор 5 А класса» с песней «Весеннее танго». Встречаем бурными аплодисментами. Thank you.
за это замечательное выступление. Десять, десять, десять и десять. В этот юбилейный год наш город празднует 255 лет со дня своего основания в Удмуртской республике. И сейчас приступает хор 7-го Б-класса с песней «Этот город». Встречайте! Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы славы эти мосты, разноцветные кирпичи, белые мосты. Этот город развивает смотрит в облака. Где-то там совсем недавно спряталась луна. А теперь взрывает птицы. Встречаем!
Итак, смотрим, какие же оценки поставят шестому за классу. Гулять — это всегда хорошо. И маленькими детьми быть тоже хорошо. Ни хлопот, ни забот. Но все-таки дело время, а потехи — час. И сейчас на сцене выступает шестой В-класс с песней «Ижевские окна». Встречаем! Я обещала, что мы будем играть.
зерно. Европейство молчит крыши, но за шиворот течет. Речка разлилась напрасно, ведь друзей не разлучить. Но от мести нам не страшно, даже ноги промочить. Солнечные зайчики прыгают по лужам, ручеек сверкает, летай голубой. Капли разлетаются брызгами веснушек, только дружбу крепкую не разлить водой. Не беда, когда грохочет над весенней рощей гром, если дождик нас промочит, нам и это ни почем. Радуга висит над лесом, светит солнце для друзей, и веселой нашей песни подпевает соловей. Солнечные зайчики прыгают по лужам, ручеек сверкает лентой голубой. Капли разлетаются брызгами веснушек, только дружбу крепкую не разлить водой. Солнечные зайчики бегают по лужам, ручеёк сверкает над головой. Капли разлетаются брызгами веснушек, только дружбу крепкую не разлить водой. Только дружбу крепкую.
Спасибо за выступление. Ждем одну. 9. Где больше? 8. 10. Еще раз аплодисменты. Но пока Женька хочет и Доня. 9, 8, 9. Ну что, как тебе конкурс? Замечательно. Столько положительных эмоций и улыбок. И все это подарили нам наши ребята. И они еще раз хотят нас порадовать и подарить нам улыбки. На сцену приглашаются все участники конкурса. Встречайте! Нет, не вмещаются на камеру. Отнеси мне подальше. Реально. Подари улыбку миру, радуйся всегда, ты не улыбайся.
Пятый А. И награждается пятый А класс за третье место.
приглашается сюда 6-й А-класс. Ну и самый волнительный момент у нас. Остался 5-й Б и 7-й А. С 1-го или 2-го начнем? Второе место занимает у нас пятый Б-класс. Стало понятно, что победителем стал 7-й А-класс! Все молодцы, все спасибо, расходимся.